Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерос, и сегодня я расскажу о Дэн Шмальце. Ну что ж, погнали. Денис Дмитриевич Шмальц родился 18 сентября в 1998 году в городе Томск. Свою деятельность начинает в 2013 году, снимая обзоры про Майнкрафт. Денис делал их далеко не на новом оборудовании и понимает, что нужно купить новое, и начинает откладывать деньги со школьных обедов. Также Денис не зацикливает внимание только на Майнкрафт, а также снимал про Самп и другие игры. Спустя время Денис смог собрать нужную сумму для нормальной техники. Тогда его канал начинает стремительно расти, и ему удалось познакомиться с популярным майнкрафтером по прозвищу Супер Евгех. В честь 400 тысяч подписчиков Денис делает клип, который делает его намного популярнее. Денис познакомился со многими блогерами, с Крейзи Мегахеллом, Лололошкой, Ивангаем. А сейчас он общается с Кузьмой, с Юликом, ну получается с Русланом. И даже некоторое время снимал квартиру со своим другом, тоже блогером, Игором Пентиум Бич. Но сейчас они не очень общаются. Денис начал экспериментировать с форматами, и канал стал расти в гору. Так мы можем увидеть много смешных роликов, ну или просто там реакции, влоги и другое. На данный момент Денис якобы поженился, но зная его, я думаю, что это пранк, который вышел из-под контроля. Во-первых, ролик называется «Свадьба по приколу». Во-вторых, его жена сама говорила, что они не живут вместе, и это уже как-то странно. А по версии Ларина, он вообще гомосексуалист. Ну вот, видео подходит к концу. Спасибо, что посмотрели ролик. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Валерос. Всем пока.